Слава Богу. Бог отвечает тем, кто ждет ответ, кто может терпеливо в дверь стучаться, не развернуться, не засомневаться, не размышлять, откроют или нет. Бог отвечает на вопрос души, души ранимой, сильной и прекрасной, души, что на любой ответ согласна, пусть даже он все сердце сокрушит. Бог отвечает тем, кто честно ждет, кто не додумал тот ответ за Бога и не пошел опять своей дорогой, скрипя, ряпща и вытирая пот. Нет, наш Господь умеет говорить. Он говорит в те преданные уши, которые способны ждать и слушать, и сказанное трепетно хранить. Бог отвечает на любой вопрос, и потому, что связан обещанием, и потому, что наши ожидания показывают душу в полный рост. И если ты почти уже без сил устал стучать, устал стоять у двери, как раз и наступило время верить, смирись, стучи сильнее и проси. Бог отвечает тем, кто ждет ответ, кто может терпеливо в дверь стучаться, не развернуться, не засомневаться, не размышлять, откроют или нет. Аминь.